Это одна из самых тяжелых колоний России. Там нет ни ФСИН письма, ни зоны телеком. Это значит, что Путин настолько уверен в своей полной абсолютной победе, что человек, которого он засунул в тюрьму, держит в тюрьме уже несколько лет, перед этим пытался убить, а потом, значит, в этом совершенно кенгуру судебном производстве его осудили на 19 лет колонии особого режима. Так вот, он настолько уверен в победе, что засунул Навального туда, чтобы голос его не был слышен. Зря. Голос Навального будет слышен, все неважно, где он находится. И мы, его коллеги, друзья и соратники, сделаем все, чтобы голос Алексея Навального был слышен на просторах не только России, но и всего мира.